почему люди говорят на разных языках. Потому что в разных странах разные языки, потому что все люди разговаривают на своих языках. И другие страны, там другие люди тоже могут родиться, и они говорят на родном своем языке, где родились. Они услышали этот язык от родителей. У них разная там, нация, потому что разные нации. А в древности люди разговаривали так же, как мы сейчас? Еще нас не было, в древние времена люди разговаривали и могли разговаривать по другому языку или на нашем. У них были другие буквы, просто они как-то на другом своем языке разговаривали. Писали по-другому. Да, они писали по-другому, потому что у них не было еще такой, ручки, тетрадки. Они писали рисовали пером. Они на стене. Они писали пером. Язык, которого не было еще. На каком языке говорили в Древнем Египте? Они могли писать и разговаривать, и показывать жесты. На египетском языке. У них тоже как бы была письменная своя. Ты можешь как назвать, как древнеславянское? На каком-нибудь английском, иностранном. Французском. Славянская азбука. Они писали жесты. Они писали на камнях. Кто придумал тот язык, на котором мы с вами разговариваем? Древние времена. Люди те, которые были раньше нас. Это было очень давно. Алфавит придумал Кирилл Мефодий.